Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души мы поздравляем вас с 90-летием одного из ведущих онкологических центров страны, Института онкологии имени Петрова. Нужно отметить, что институт имеет не только славную историю, но самые последние годы существования института показывают нам необыкновенно эффективное его развитие. Институт стал национальным научно-практическим медицинским центром Российской Федерации, курирующим вопросы развития онкологии и в плане научных исследований и инновационных разработок, и, безусловно, медицинской деятельности, и научно-организационной, и организационно-методической деятельности. Более 200 научных сотрудников в настоящее время работают в институте. И омиксные технологии, технологии изучения канцерогенеза, самого раннего выявления онкологических процессов, развитие молекулярно-генетических, молекулярно-биологических, биохимических, морфологических и других исследований связано с вашим институтом. Благодаря его разработкам вся страна начинает использовать высокотехнологичные новые методы диагностики и лечения. Глубоко уважаемые коллеги, я хочу от всей души поблагодарить вас за ваш благородный труд, сказать о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации всячески поддерживает развитие института и видит в развитии института будущее онкологии страны. Поздравляю вас!